Вау, над морем там прямо гроза конкретная. И на Далане, на Дуба, наверное, гроза идет, потому что там сверкает. А у Кыргызжаки все спокойно. Ну да, все-таки дотянуло и до нас. Мелкие капельки пошли. А вчера гроза не дошла. Вау! Сейчас бабах. Сегодня гроза прям конкретная. Да, мы сколько ездим, по-моему, такого не было, да? Вау, чтобы в сентябре вот так вот. В августе были мы, Чамьева попадали, дождь, ливень был, но чтобы такая гроза не была. Вот туча дотянула до нас. Ну, что-то мне кажется, что это все равно ненадолго. Ну, завтра посмотрим, что будет. Да, Аланию центр там опять накрыло дождем, молния, гроза конкретная. Вот мы закрываем балкон, закупориваемся и сидим, как кроты в норке. Как хорошо, что мы балкон остеклили. Какая красота теперь будет. Ой. Ну все, закрываемся и пошли ужинать. Да, мы такой грозы здесь еще не попадали под такую грозу. Да. Но мы же на юге. И дождик начал опять капать. Пошел, перестал и опять начал. Ну, туча тут такая серьезная висит над нами. А, море совсем не видно. Над морем шурует дождь вовсю. Вот у нас тут работа идет. Дождь, гроза, неважно. Работы по расписанию. Закладка фундамента соседнего дома. Привезли бетон, разгружают. Неважно, что дождь идет. Работы, дом должен строиться. К сожалению, этот дом на следующий год поднимется 12-этажный и загородит весь нам вид, который минимальный у нас тут есть. Ну, ничего страшного, мы это и предполагали, что так будет. Ничего, мы не в претензии. Ну что, гроза уходит. Я думаю, что сейчас все утянет. Он уже небо проясняется. Все. Так что вот такие у нас. О, пока я там по небу махала телефоном, все, бетон уже разгрузили, машина уехала.